Школьница воспитывалась в доме дяди и тети. В течение нескольких лет ей приходилось терпеть приставания со стороны 60-летнего мужчины, который в итоге изнасиловал ее и пригрозил ножом, чтобы та не проговорилась. В результате девочка забеременела. Когда я родила ребенка, дядя с тетей приходили ко мне и просили прощения. Они обещали, что помогут с документами на ребенка и возьмут его под собственную ответственность. Говорили, что окажут материальную помощь. Однако с тех пор никто из них не связывался с нами. Спустя некоторое время насильник попал под следствие и был осужден на 18 лет лишения свободы. Что касается подростка, то сейчас она вместе с матерью находится в Шымкенте. Так как у семьи нет больших возможностей, им приходится жить в обветшалом доме. У кого нам просить помощи и до каких пор придется просить помощи у кого-либо? Что нам остается делать, кроме как жить таким образом? Стоит отметить, что сейчас семья из 4 человек живет лишь на одну стипендию молодой матери, которая учится в колледже.